Сотрудники госавтоинспекции выясняют причины смертельного ДТП. По предварительным данным, на 345-м километре трассы Пермь-Екатеринбург столкнулись легковая Toyota Land Cruiser и грузовик «Шахман». Удар оказался роковым. Водитель легковушки погиб на месте. Как стало известно, за рулем внедорожника был первоуральский бизнесмен Ренат Аскаров. Его автомобиль получил серьезные повреждения. Бампер отлетел, вместо капота куски металла. На грузовике никаких видимых следов дорожного происшествия. Да и его водитель отделался легким испугом. Была также угроза возгорания. На место выезжали пожарные. По факту аварии ведется расследование.